питательницам. Хороший лед сегодня после обеда. Сейчас я объясню, что я буду делать с этими пчелосемьями в последующем. Мы начинаем с довольно сильных пчелосемей, с матками позапрошлого года. Я выбрала и перевезла эти ульи сюда для вывода маток, чтобы превратить их в семей-воспитательниц. Я собираюсь переселить эти семьи, которые находятся на 9-10 рамках, в ульи на 6 рамок и заберу у них маток. Я сокращу пространство, сужу гнездо так, чтобы пчелосемьи изобиловали пчелами и превращу их в стартеры. Сегодня моя цель заключается в том, чтобы дать им подкормку, протеиновую подкормку на основе натуральной пыльцы. Ее изготовление вы можете увидеть в предыдущих видео. Подкормка нужна для того, чтобы создать изобилие в семье воспитательницы. Иными словами, пчелосемья никогда не должна нуждаться в пыльце, в белковой поддержке и в нектаре. Поэтому мне придется, вероятно, время от времени после цветения рапса давать семьям сироп для стимуляции вывода маток. Сегодня я не покажу вам переселение непосредственно в шестирамочнике, потому что сегодня холодно. Даже мне холодно так стоять просто. Мы не будем делать это сегодня, потому что слишком холодно. Я не буду рисковать и переносить их в незнакомый улей. В такую погоду не будем их подвергать стрессу. Сегодня мы ограничимся раздачей белковой подкормки, чтобы получились качественные пчелы-кормилицы, которые будут в последующем выкармливать будущих маток. В общем, чтобы они получали качественное питание, качественную пыльцу. Так что сейчас мы займемся раздачей протеиновых лепешек, а уже на следующей неделе, я думаю, в конце недели, мы переселим семьи в шестирамочники. И покажу вам, как это выглядит. Давайте начнем. Поставила камеру, чтобы вам было лучше видно. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Подымлю немножко, чтобы не задавить пчел. И теперь кладу сверху на рамки протеиновую лепешку. Заранее сделаю небольшое отверстие. Одно-два отверстия. И расположу их в межрамочном пространстве, так, чтобы пчелы имели доступ к этой лепешке. Как видите, это занимает всего 2 минуты. Кладу утеплитель и сверху крышку. Подкормка не мешает, крышка лежит устойчиво. Никаких проблем не должно возникнуть. Семья не охладится, ничего не произойдет. Делаем то же самое со следующим ульем. Немного дыма. Чтобы пчелы ушли вниз. Кладу лепешку. Делаю отверстие, чтобы пчелы могли свободно добраться до этой подкормки. Вот так. Уберу их по одной. Я это делаю, чтобы они не умерли. Когда я накрою улей утеплителем, все-таки моя задача не в этом. Вот так. Продолжаем и делаем то же самое с другими пчелосемьями. С
судя по всему, им подкормка нравится, потому что они принялись хорошенько ее есть. Продолжим. Всем привет! Сегодня воскресенье, 18 апреля. К нам возвращается жара, но еще пока не жара, а потепление. Сегодня я начну переселение семей воспитательниц. Сейчас 13-14 градусов. Хотелось бы потеплее, чтобы погода была, но я выбиваюсь из графика. Я принимаю участие в программе Ариста по инструментальному осеменению, и мои матки должны быть осеменены примерно 8 мая. Я подготовлю семьи воспитательницы сегодня, чтобы начать прививку в понедельник, в лучшем случае. Сегодня мы заселим стартеры, а потом поедем на пасеки и поставим магазины на основные пчелосемьи. Они ждут уже какое-то время. Пчелосемьи в хорошем состоянии, но этим займемся позже. Нам нужно подготовить минимум один стартер на завтра. Давайте начнем. Для подготовки семьи воспитательницы нам понадобится мой улей, десятирамочник, который я привезла с пасеки на прошлой неделе. Я переселю семью из этого улья в шестирамочник. Такая семья воспитательница будет состоять из 4 рамок с закрытым расплодом и одной кормовой рамки. Также будет стоять заставная доска. Остальные рамки с открытым расплодом и матка останутся в этом улье. Мы отвезем его на другую пасеку. Открываем улей и сразу видим, что протеиновые лепешки, которую я положила во вторник, сегодня воскресенье, ее уже нет. Они все ее съели. Почищу верхушки рамок, чтобы было лучше видно. И теперь будем искать матку. Потому что она не должна оказаться в семье воспитательницы. Это, очевидно, кормовая рамка. Мы оставим ее семье воспитательницы. Это расплодная рамка, в основном открытый расплод. Это рамка с закрытым расплодом. В идеале, если у нас будет 4 таких расплодных рамки, чтобы набрать качественный стартер. Тут нет и не должно быть матки. Вот и она. Это рамка с открытым расплодом и маткой. Оставим ее здесь. Это тоже. Здесь открытый расплод. Рамка с закрытым расплодом.
Это кормовая рамка. Оставим ее матке. Это была рамка с небольшим количеством закрытого расплода. Проверим, находится ли матка все еще на этой рамке. Да, она здесь. Это хорошо. Я добавлю воспитательницу эту рамку. Здесь расплод в основном открытый. Но нужно все равно добавить. Подыми немножко. Положу им белковую подкормку. Вот так. Я думаю, что все хорошо. Они смогут ее достать. Сверху я положу на них пластиковый холстик. А также размещу кормушку для сиропа. Давай, выливай. Отлично. Я добавляю немного воды, чтобы распустить слегка сироп. Он довольно густой. Немного перемешиваю. И отлично. Они будут забирать его из этого отделения. Покажем им путь. Стамеской нальем внутрь, чтобы они поняли. Вот так. Итак, этот шестирамочник не имеет матки. Я оставляю пчел в таком состоянии на сутки. До завтра, и во второй половине дня я должна приехать сюда и поставить рамки с прививками в этот улей. Я дала им сироп и протеиновую лепешку, чтобы они ни в чем не нуждались. Это важно, особенно потому, что мы находимся в самом начале весеннего взятка. В рамках у них есть мед, но так как в этом году погода запаздывает, лучше подстраховаться. Что касается матки, мы отвезем ее в этом улье на другую пасеку вместе с Тео. Если же этого не сделать и оставить этот улей здесь, а семью-воспитательницу в этом шестирамочнике рядом, то все летные пчелы вернутся в изначальный улей. Можешь закрыть шестирамочник и закроем этот улей. Я не взяла с собой, я поставлю 5 рамок с ващиной в этот улей. Он будет спокойно развиваться на другой пасеке, потому что там есть матка. Вот так можно его увозить. Мы установили этот шестирамочный нуклеус на место 10-рамочного улья, чтобы летные пчелы вернулись прямо в него. Вот что касается этого метода создания семей воспитательниц, в идеале для меня, конечно, начинать через 3-4 дня, когда начнется взяток, потому что рамки в ульях все же немного сухие. Насколько хорошо этот способ будет работать, мы увидим. У второй семьи-воспитательницы, очевидно, намного больше пчел. Позже
я сделаю то же самое с двумя оставшимися 10-рамочными ульями. Завтра, в любом случае, я должна начать прививку. Посмотрим, что получится. В любом случае, у меня нет выбора. 8 мая я должна начать инструментальное осеменение. Всем привет! Сегодня 19 апреля, понедельник. И я не знаю, слышите ли вы или нет, но за мной гудят пчелы. Наконец потеплело, погода улучшилась, и пчелы начали вылетать. Можно заметить, что сегодня активность семей воспитательниц отличается от вчерашнего дня. Все-таки видно много пчел, тогда как вчера казалось, что все пусто. Сейчас я займусь отбором личинок у пчел семьи, которую я выбрала, чтобы выводить маток F1. Что такое F1, я объясню. Это матки, которых я выведу от матки F0. F0 — это инструментально осемененная матка. Я буду прививать от этой матки, потому что я смотрю за ней уже 2 года. Я отобрала эту линию. В итоге я должна получить маток F1, дочек этой инструментально осемененной матки. Не знаю, смогу ли я все заснять сегодня для вас, потому что я забыла камеру дома. Такое бывает. Я отберу рамки с личинками, сделаю прививки и поставлю прививочные рамки в одну из семей воспитательниц, которую мы подготовили вчера вместе с Тео и его другом. А завтра проверим, приняли ли пчелы этих личинок или нет. Я хочу вам напомнить, что я прививаю сейчас для того, чтобы вывести инструментально осемененных маток для программы Ариста. Давайте начнем. Заберу матку с личинками и приступим к прививкам. Тут хочу показать один из 6-рамочников, который служит в качестве семьи-воспитательницы. Очень хорошо заметно, что пчелы без матки. Они издают особый звук. А тут остатки белковой лепешки, которые я положила вчера. Как видно, они хорошо взялись за нее. Сюда я поставлю свою прививочную рамку. Я отодвину 2 эти крайние рамки и поставлю прививочную рамку посередине. А сейчас подготовлю планки для прививок. Всего я делаю 2 прививки. Одну для моей программы инструментального осеменения и вторую прививку для вывода маток F1. Всего я уже привила 4 планки по 14 личинок. А вторую прививку сделаем вместе. Первую я не стала снимать, но извините. Я надену очки и свой налобный фонарь. И можем начать. Для выполнения прививки сначала готовлю мисочки. Я беру по 2 в руку. В моей правой руке китайский шпатель. И мне остается только найти самую молодую личинку и осветить участок рамки с наиболее подходящими для прививки личинками. В идеале возрастом до 24 часов. Вот так. И после переноса личинки в мисочку, я ставлю эту мисочку в держатель на планку. Поставлю планку поближе, чтобы вам было видно. Я беру 2 мисочки в левую руку и переношу личинки по одной. Затем ставлю мисочки на планку. Я придавливаю мисочки так, чтобы они не упали на пол.
эти личинки должны быть в форме подковы, но едва-едва загнутые. Нельзя, чтобы они были полностью выгнуты. Они должны слегка, совсем слегка изгибаться. Обычно, если личинка слегка изогнута, то этой личинке, скорее всего, менее суток. Скорее всего, ее возраст будет ближе к диапазону от 12 до 24 часов. Вот так я сделала первую планку, приступаю ко второй. Передвигаю лампу и ищу другой подходящий участок рамки с личинками. Да, пожалуй, возьму отсюда. Выглядят они хорошо. Затем не нужно слишком сильно двигаться по рамке, но и не оставаться на месте. Нужно смотреть, выявлять место с личинками одного возраста и производить прививку всех личинок вокруг, которые вам кажутся подходящими по возрасту. Так, эту планку я уже привила. Она не должна здесь стоять. Ставлю мисочку на новую планку. Мне нужно привить еще 14 мисочек, и после чего я закончу прививку. У меня, к сожалению, нет сегодня камеры, поэтому, как вы могли заметить, качество съемки не очень хорошее. Но я надеюсь, что вы в общих чертах поняли, что я хотела вам показать. Как только я закончу прививку, я присоединюсь к остальным, к моей команде, которая работает на пасеках. Сегодня во второй половине дня меня заменяет Винсан. Он специально вышел, чтобы дать мне время на выполнение этой прививки. После нее я приступлю к работе там. Я заменю Винсана и займусь постановкой магазинов вместе с сезонными рабочими. Как я вам уже говорила, мы ставим магазины уже со вторника. Нам помогают дети, Тео, его друг. И это, конечно, нам значительно помогает. Хорошо, что дети понимают, что в это время очень много работы и совершенно не против помочь нам в хозяйстве. Так они понимают, что хлеб достается тяжким трудом. Переставлю лампу, потому что почти ничего не вижу в этом углу. Кроме того, сегодня не очень все хорошо настроено. Короче говоря, первая прививка в году. Пару моментов нужно поправить, и в следующий раз все будет лучше. Постараюсь показать вам крупным планом личинок, которых нужно прививать. Так вы сможете потренироваться и понять, какого размера личинок необходимо брать. Потому что если вы возьмете личинок чуть крупнее, которыми пчелы-кормилицы уже начали усиленно заниматься, скажем так, не того размера, чуть позже я покажу правильных личинок крупным планом. И в итоге такие крупные личинки будут запечатаны раньше, и в соответствии с литературой из них получатся менее плодовитые матки. Так должна выглядеть личинка для прививки. Она едва-едва изогнута в форму подковы. Это моя вторая семья-воспитательница. Здесь четыре рамки с расплодом, кормовая рамка. Эти рамки я сдвину, именно поэтому я оставила свободное место. По центру между рамками я поставлю мою прививочную рамку. А пчелы в процессе поедания белковой подкормки из пыльцы.
Таким образом, я ставлю прививочную рамку по центру. Готово. Я закрою улей и вернусь завтра, чтобы проверить прививки и дам им первую дозу сиропа. Вот что можно сказать. На сегодня я сняла очки. Теперь мне они нужны, чтобы прививать. К сожалению, 40-летний рубеж уже пройден. Очки необходимы. Это был мой первый прививочный день в этом году. Надеюсь, что все прошло хорошо. На самом деле, я бы предпочла подождать 2-3 дня, чтобы корпуса начали наполняться нектаром, пыльцой. Сейчас вот самое-самое начало весны. И для формирования стартеров, честно говоря, я думаю, погода очень сильно запаздывает в этом году. Но мне приходится начинать и как-то подстраиваться. А сейчас я верну эту рамку обратно в семью, поставлю прививочные рамки в семьи воспитательницы и присоединюсь к моим работникам, которые занимаются постановкой корпусов. Результаты вывода маток увидим в следующем видео. Всем привет! Сегодня суббота, 24 апреля. Я в компании с Тео. Мы проверяем прием личинок, которые я привила вчера. На этот раз это была самая крупная партия прививок. Я привила 34 личинки на каждую семью-воспитательницу. Лилиан, сколько это всего? 136. Это небольшая весточка для Лилиан. Люблю иногда пошутить. Итак, мы уже проверили, в первой семье воспитательницы принято 31 личинка из 34. Сейчас продолжим и будем проверять следующие семьи воспитательницы. Все эти маточники будут для мини-плюсов. Как я уже объясняла в роликах по мини-плюсам, в этот момент мы отбираем плодных маток из мини-плюсов для дальнейшей подсадки в отводки, которые мы сделаем в начале недели. Около 30 мы уже сделали в пятницу. В понедельник я отбираю маток и сразу же через несколько часов ставлю трехдневные маточники. Поэтому в этот раз я привила побольше личинок. Это уже вторая прививка. С первой все прошло хорошо. Семьи-воспитательницы поняли свою задачу по выводу будущих маток. Мы посмотрим прием личинок в следующих трех семьях-воспитательницах. Давайте начнем. Каждая семья получает кормушку, наполненную наполовину сиропом 1:1, который я слегка разбавляю водой. А также я кладу им протеиновую пасту. Посмотрим результат. В каждой семье воспитательницы стоит по 34 мисочки. Посмотрим, сколько из них были приняты. Итак, 16 из 17 мисочек были приняты. Чтобы понять, принята личинка или нет, сейчас уже прошли сутки после прививки, нужно посмотреть, есть ли на мисочке небольшая окантовка из воска. Здесь она есть, значит, личинка принята. А здесь нет. Эту личинку отвергли. Там 16, считаем дальше. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Итого 31 личинка была принята, так же, как и в соседней семье.
Я ставлю рамку на место и кладу им белковую подкормку. В прошлый раз я спешила и не сделала нормальные отверстия в бумаге, чтобы пчелы могли достать эту подкормку. Теперь исправляем, кладем пленку и ставим кормушку для сиропа. Я разбавляю готовый сироп в два раза водой, и я использую теплую воду. Таким образом, сироп лучше растворяется. Тут не стоит скупиться. Нужно давать им хорошую подкормку. Нельзя экономить на сиропе, когда выращиваешь маток, чтобы их качество было нормальным. Рву и кладу в кормушку немного травы, потому что вижу несколько пчел, которые утонули. И затем закрываю улей крышкой. Эта семья-воспитательница отлично работает. Перейдем к третьей. Одновременно я помечаю для себя, сколько маточников было принято, потому что с моей памятью я не помню, что было вчера. Посмотрим следующую. Здесь то же самое, я забыла сделать отверстие в бумаге. Вот так. Немножко дыма, чтобы пчелы опустились. Здесь тоже посчитаем. Вот это не было принято. Можно увидеть разницу между этой принятой и не принятой. На той, что была принята, небольшая окантовка из воска. Считаем. Здесь я не уверена. 29, 30, 31. Сегодня мы подписались на счастливое число, на номер 31. Ставлю прививочную рамку обратно. В таком положении они останутся еще на 2 дня, чтобы в итоге я смогла отобрать 3-дневные маточники. Вот так возвращаем белковую подкормку. Уберу всех пчелок. Нехорошо на них ставить кормушку. Вот так. И немного сиропа. Сюда также положу травы. Чтобы они не утонули. Вот так. Эта семья готова. И посмотрим последнюю. Thank you.
Еще немного дыма. Они более нервные, чем остальные. Считаем. Итого 29 маточников. В конце мы сделаем итоговый подсчет. Кладу обратно белковую подкормку. Таким образом. И ставлю кормушку. Тут, пожалуй, я их стряхну. Нехорошо оставлять так. Иначе, когда нальем сироп, они могут утонуть. Это не дело. Пожалуй, сюда тоже нужно немножко травы. Вот так. А теперь сделаем итоговый подсчет принятых маточников. Ну вот, мы с Тео подсчитали. Из 136 личинок 122 были приняты. То есть успех составил 89,7 от всех. Это на 0,7 лучше, чем в прошлый раз. Не так плохо. 89,7% успеха для начала сезона – это хорошо. А теперь отвечу на вопросы, которые вы задали после первого видео. Был вопрос, вы меня спросили, на сколько метров мы отставили основные семьи, где остались матки, после формирования семей-воспитательниц. На какое расстояние вообще нужно отставлять эти семьи? Я отвезла их на расстояние в 400 метров от этой пасеки. В крайнем случае, если семья-воспитательница остается здесь, вы можете отставить изначальный улей примерно сюда, повернув литок в другую сторону. Если вы действительно хотите хорошо разделить улей, пчелосемью, и при этом у вас нет много земли, вы отставляете изначальный улей на 3-4 метра и поворачиваете его литком в противоположную сторону. Таким образом, пчелы полностью теряют ориентацию, не могут вернуться в изначальный улей и больше не чувствуют матку. Вы также спрашивали, почему я кладу протеиновую пасту, белковую подкормку на бумагу. Просто для того, чтобы она не стекала вниз по рамкам, не попадала на пчел, и они не погибали. Это не ответ на вопрос, хочу уточнить по семье-воспитательницам. Это вторая прививка, которую я поставила в эти семьи. Начиная с третьей прививки, я должна дать в эту семью одновременно с новой прививочной рамкой, рамку с расплодом на выходе. Это делается, чтобы снабдить семью-воспитательницу достаточным количеством молодых пчел-кормилец. Если этого не сделать, то постепенно прием прививок прекратится. Будут, конечно, какие-то маточники, но они будут худшего качества. Нужно помнить, что именно пчелы-кормилицы возрастом до 3 дней вырабатывают маточное молочко, которое идет в маточники.
Итак, каждую неделю я буду добавлять в каждую из этих семей воспитательниц по рамке с расплодом на выходе. Это крайне важно делать, чтобы сохранять высокий уровень производства качественных маточников. Сегодня днем мы возвращаемся к нашим семьям-воспитательницам, дадим им расплодные рамки, которые мы отобрали у основных семей. Таким образом, мы снова подготовим семьи-воспитательницы. Давайте начнем. И тут у нас сейчас задача найти рамку с наименьшим количеством расплода, в которой меньше всего пчел, и заменить ее на рамку с расплодом на выходе. Вчера я оставила прививочную рамку здесь, она пустая. Уберем ее. И потрясу каждую из четырех расплодных рамок, чтобы проверить, нет ли на них маточников, которые пчелы могли сами выстроить. Похоже, что все в порядке. Эту, на ней еще довольно много расплода, мы оставим в улье. Тут тоже нет маточников. Здесь небольшая мисочка, но тоже нет маточников. Это кормовая рамка, которую я дала им в начале. Да, это не маточник. Отставлю пока эту рамку в сторону, потому что она наиболее пустая. Видно, что на этой рамке еще очень много расплода на выходе. Еще очень много пчел появится, оставлю ее. Заменю эту рамку. С этой стороны еще есть немного расплода, а с этой видно, что он практически весь вышел. В общем, расплод еще есть, но на этой рамке его меньше всего. Я стряхиваю пчел и отставляю эту рамку. И взамен нее возьмем, сейчас я вам покажу, это небольшой улей, куда мы собрали 4 рамки с расплодом. Одну я сейчас отберу и сразу же поставлю в семью-воспитательницу. Ну вот, я ее вытащила. И поставлю в семью-воспитательницу. Как видите, на ней немало пчел с обеих сторон. Нужно поставить ее правильно. И пустую прививочную рамку также верну на место.
Вот так можем закрыть улей. Эта семья-воспитательница готова к постановке прививок. Мы удостоверились, что на рамках нет свищевых маточников. Если пропустить хотя бы один свищевой маточник, то вышедшая матка уничтожит все наши прививки. И мы потеряем всю нашу работу. Теперь ставим кормушку сверху, и мы нальем в кормушке сироп, когда закончим работать с тремя семьями-воспитательницами. С тремя, потому что Тео вчера делал прививку, чтобы потренироваться. Сейчас мы подготовим три семьи-воспитательницы и приступим к прививке. Вот так. Вы можете спросить меня, что я буду делать с этой рамкой. Немного дальше, на пасеке у нас стоит тот самый улей, откуда я забирала все расплодные рамки для формирования семьи-воспитательницы. Исходный улей, исходная пчелосемья. Там осталась только одна оплодотворенная матка с одной рамкой расплода. Фактически, это был исходный улей, из которого я сделала семью-воспитательницу. Так как у матки осталась только одна расплодная рамка и немного пчел, эту рамку я дам ей. А теперь приготовим вторую семью-воспитательницу. Тут нет маточников. С этой стороны тоже. Они начали закладывать нектар. Это хороший признак. Вот небольшой маточник. Нужно его убрать. С другой стороны, все хорошо. На этой рамке все еще много расплода. Посмотрим следующую. Нет, нет, небольшая мисочка. Здесь тоже немало расплода. Да, думаю, уберем эту. Но последнюю рамку тоже нужно посмотреть. Что там осталось? Это должна быть кормовая рамка. Да. Да, отберем эту и поставим новую рамку с расплодом на выходе. Ставим эту новую рамку сюда и возвращаем пустую прививочную рамку.
Le 4 pour le greffage. Вот так. Voilà. Кладем сверху подкормку. La pâte de pollen. И ставим кормушку. Et puis une nourriture. Ну а сейчас перейдем к третьей семье, продолжим делать то же самое, а затем я думаю, что увидимся на прививке. Ну вот, мы с Полин закончили прививку и ходим теперь с такими термопакетами. Это очень модно сейчас, последний писк моды, носить такие сумки на пасеку. В эту термосумку мы положили планки с прививками, обернув их влажным полотенцем. Я кладу их в термосумку, чтобы они не высыхали. Тут у нас семья-воспитательница, которую мы подготовили несколько минут назад. Мы достанем прививочную рамку. Выходит она туго, потому что довольно много пчел. Теперь положим ее на бок. Вот так. Подними здесь и здесь, чтобы мы не задавили пчел. И теперь мы вынем планки с прививками и установим их в прививочную рамку. В рамках есть, если вы заметили, небольшие пазы, как раз для вставки планок с прививками. Вот так выглядит паз. Нам остается только вставить планку и вернуть прививочную рамку на место в семью-воспитательницу. Сейчас мы ставим 34 прививки в каждую из трех семей воспитательниц. Закрываем улей, кладем протеиновую подкормку, она под клеенкой, а в кормушке заливаем сироп. Я разбавляю его водой. И еще нужно положить травы, если тебе не сложно. Оставляем семьи воспитательницы на сутки. Завтра мы вернемся и проверим, получилось ли что-то или нет. Закроем и перейдем к остальным семьям воспитательницам. На этом я, пожалуй, оставлю вас. Вот так я поддерживаю семьи воспитательницы на протяжении времени для вывода собственных маток.